Сегодня в такой знаменательный день поздравить вас от лица главы района, от всей нашей администрации, от себя лично, от жителей с вашим прекрасным юбилеем. Вот так, дай Бог, каждому выглядеть. Вы всю свою жизнь отдали системе образования. Ваш труд и опыт является для каждого из нас, для нового подрастающего поколения, примером для подражания. Поэтому искренне поздравляю вас с этим юбилеем. Низкий поклон вам. Дай Бог вам здоровья, оптимизма. Ну, просто замечательно выглядите. Спасибо. Это от главы района грамота, благодарственное письмо, ну и наши подарки. Я вам очень признательна всему составу. Я признательна за все годы, когда вы мне всегда уделяли внимание, не забывали обо мне позаботиться и поздравить с праздниками. А это, как говорят, и духу придает. Мы всегда помним, чтим каждого жителя нас, каждого участника, ветерана. Поэтому вы очень много для нас всегда делали. Вы создавали эту систему образования и учили наших деток, внуков. Поэтому всегда будем помнить, никогда не забудем и всегда готовы оказать всяческую помощь. А вы знаете, наша жизнь была очень дополнена, несмотря на такие периодические перемены в стране. И вот молодость, юность, она настолько была насыщена, и даже в военные годы мы шествовали в госпитали, мы для военных в госпитале концерты устраивали. Люди были очень дружные, сплоченные, и вот жили как одна вот настоящая советская семья. Вот это была необыкновенная в войну сплоченность. Если почтальон прошел по улице, то 2, 3, 4 дома завопили, тогда вся улица бежала туда. Это все было. Ну вот оптимизма у них хватает. Просто стержень железный. Мне кажется, вот такие люди могут жить и учиться у них. Еще больше вам оптимизма. Здоровье самое главное. Вам, вашей семье, детям, внукам. Будем жить до 150 лет. Вот это будет нашим девизом. Спасибо.